Привет, друг! На связи Алексей Шевченко. Если ты смотришь это видео, значит тебя интересует возможность заработка в сети интернет. На протяжении года я общаюсь с огромным количеством людей, которые уже зарабатывают в сети интернет. Таким образом, я выявил определенную закономерность. В интернете зарабатывают те люди, у которых есть определенные знания, а также инструменты автоматизации. Именно поэтому я сейчас хочу тебя познакомить с маркетинговым клубом Business Case. В данном клубе собрана максимальная выжимка тех самых инструментов автоматизации, огромное количество знаний, которое позволит тебе уже в ближайшие пару недель, спокойно изучив пошаговую инструкцию, начать зарабатывать в сети интернет. Для того, чтобы прямо сейчас получить бесплатный доступ к маркетинговому клубу Business Case, тебе нужно зарегистрироваться на сайте, который находится внизу под этим видео. Нажать кнопку «Присоединиться», указать свое имя, придумать себе логин, придумать пароль, повторить еще раз пароль, указать действующую почту, на которую придет подтверждение о регистрации, выбрать пол, мужской либо женский, нажать «Я принимаю условия участия в клубе» и затем нажать кнопку «Присоединиться». Пройти капчу, ввести код с картинки, в данном случае нужно выбрать пешеходные переходы, и нажать кнопку «Подтвердить». Если вы все сделали правильно, то выйдет сообщение «Регистрация завершена» и необходимо подтвердить email. Переходим к себе на почту и переходим по данной ссылке. Здесь нажимаем «Закрыть». Поздравляю, регистрация окончена. После того, как вы бесплатно зарегистрировались, у вас открыт доступ к бесплатному обучению. Для этого нужно спуститься вниз, выбрать кейс Free и нажать «Открыть». В данном кейсе есть инструмент Веник, который работает в социальной сети ВКонтакте, и обучение компьютерной азбуки, более 132 уроков, защита компьютера от А до Я, надежное хранение паролей и так далее. То есть здесь собрано огромное количество обучающих курсов и информация, которая поможет вам продвигать вас и ваш бизнес в сети интернет. Это первый вариант. Второй вариант сотрудничества. Именно об этом я сейчас расскажу более подробно. В маркетинговом клубе Business Case существует 4 предложения. Кредитная амнистия, 3 пятака, целевые деньги и фианит. Каждое предложение по-своему интересно. Но я вам предлагаю зарабатывать на том, что сегодня мне приносит деньги. Для этого вам нужно единоразово инвестировать сумму 1450 рублей. Из этой суммы 450 рублей уйдет на оплату годового членского взноса и 1000 рублей уйдет на приобретение кейса номер 1. Сейчас я вам покажу, что находится в кейсе номер 1. В кейсе номер 1 к уже имеющемуся инструменту Веник добавляется инструмент ВК-крап, автопостинг и ВК-мнение. По обучению добавляется чек-лист эффективности, школа «Как проводить трехсторонние встречи», школа «Роль социальных сетей в жизни каждого интернет-предпринимателя», сервисы и онлайн-визитки, видеокурсы «Как сделать видеоролики», эффективное приглашение в бизнес, первые шаги интернет-предпринимателя, эффективное продвижение в Инстаграм, полноценная жизнь как бизнес-проект, курсы алгоритма успеха, также вы освоите Photoshop для начинающих и научитесь, как правильно запустить рекламу в Инстаграм. Как за 95 минут настроить рекламу в Инстаграм, 9 книг по рекламным текстам, видеокурс «Турбокомпьютер», приглашение в любой бизнес, освоите интернет-профессию «Копирайтер 2017» и разберетесь с веб-дизайнерством с нуля. Это все за 1000 рублей. Теперь о цифрах. Все продумано настолько грамотно, пригласив первого человека, вы сразу же зарабатываете 1000 рублей, которую можете вывести. Пригласив второго человека, деньги разумно резервируются, 50% остаются в системе на приобретение последующих кейсов, а 50% попадает на ваш личный кошелек, с которого вы можете спокойно выводить заработанные деньги. Итого, получается, для того, чтобы выйти в безубыточность, нужно пригласить всего лишь 2 человека. Первый человек принесет 1000, второй человек принесет 500 рублей. Итого 1500 рублей против ваших 1450, которые вы инвестировали на начальном этапе. Затем третий человек также приносит 500 рублей, четвертый 500 рублей, пятый человек 500 рублей, и вы можете уже приобрести кейс номер 2. Шестой и последующие люди будут приносить вам по 1000 рублей. А далее, как указано на картинке, то есть
Когда человек будет приобретать у вас кейс номер 2, то половина суммы будет резервироваться на приобретение следующего кейса, а остальная часть суммы, начиная с 6-го человека, будет приходить, естественно, вам. Также под этим видео я оставлю свои контактные данные. Звоните, покажу, расскажу, дам попробовать.